Приветствую вас, друзья. Начинаем прохождение игры Bear With Me. Bear With вообще-то терпеть или терпи не меня. То есть получается терпи меня. Это квест. Я так походил, интересненький в принципе, но я до конца не прошел. Вообще я только начал в него. И решил с вами поделиться. Что ж, давайте посмотрим, что это такое, с чем это едят. Она черно-белая. Но иногда промелькивают цветные какие-то пятна. А может какие-то вещи будут. Погнали, смотрим. Приятного просмотра. Мисс, проснитесь. Прошу, просыпайтесь. Кровать. Так, это наша комната. Мы проснулись. Ну почему все... Комната Эмбер. Да, нас зовут Эмбер, кстати. Так, а это что за жирафа? Милли. Ее зовут Милли. Ну, давайте посмотрим. О, ага, давайте. Милли, моя игрушечная жирафа. Она появилась у меня, когда мне было 5 лет. Она вроде как напугана. Нужно с ней поговорить. Давайте поговорим. Кажется, вам приснился кошмар. Был пожар. Да, кстати. Был пожар. Из окон шел черный дым. Забавно, но мне было совсем не страшно. Как будто меня там не было. Это был бумажный город? Нет, вряд ли. Что ты делаешь, Милли? Что случилось? О, нет, мисс, в бумажном городе что-то происходит, нечто ужасное. Я пришла сюда, как только смогла. Я хотела предупредить вас с братом, чтобы вы туда не ходили, но когда мы прибыли, я смогла найти только вас. Что ты хочешь сказать? Мисс, боюсь, ваш брат исчез. Я должна найти Флинта. Милли, ты сиди здесь и отдыхай, а я вернусь проведать тебя позже. Пожалуйста, прежде чем отправляться на поиски брата, мисс, найдите мистера Медведя и попросите его пойти с вами. Он уже отошел от дел, но он испытывает к вам такие нежные чувства. Наверняка он вам поможет. Характер у него, конечно, непростой, но зато доброе сердце. Тед? Я знаю, где он. У него небольшой офис в моем шкафу, но мы с Тедом, мы больше не можем работать вместе. В основном потому, что я все еще умна и активна, а он окончательно сгорел на работе. Я не видел его с тех пор, как он покинул город. Но из-за чего бы вы ни поссорились, я умоляю вас помириться. Думаю, я смогу найти брата и сама, Милли. Мне в самом деле больше не нужна помощь Теда. Вы так быстро взрослеете, маленькая мисс. Но прошу вас, подумайте еще раз. Я хочу предупредить вас еще о кое-чем. Я пришла сюда потому, что... Неделю назад в бумажном городе появился один человек. Он задавал про вас много вопросов. Что за человек? Его прозвали Красным Человеком. На прошлой неделе в городе было много пожаров. Они начались как раз после его появления. Чиновники попрятали голову в песок, а этот человек окутал весь город страхом. Ваш город, мисс. Ну, департамент полиции бумажного города никогда не отличался героическим и непоколебимым подходом к борьбе с преступностью. Мэр и комиссар объявили об изоляции всего города, пока ситуация не утрясется. Многие бегут из города. Нам удалось уйти через ремонтный проход в восточном туннеле. Но большая часть выходов перекрыты. Ты сказала, нам удалось уйти. С тобой был кто-то еще? Братцы-кралики помогли мне пройти через восточный туннель. Добрые души. Мы пришли в комнату Флина, но его там не было. Поэтому я пришла разбудить вас. Милли, мне нужно идти. Я вернусь тебя проведать, как только смогу. Тебе что-нибудь нужно? Со мной все хорошо, мисс. Мне нужно просто немного передохнуть.
Пожалуйста, пока вы не ушли, найдите мистера Медведя и попросите его пойти с вами. Это мамины. Она, наверное, забыла их, когда прибиралась. Так, здесь можно действие. Вообще-то я и без очков прекрасно вижу, но вдруг они пригодятся. Пожалуй, лучше будет их забрать, на всякий случай. Так, что у нас? Швейцарский армейский нож. Использовать? Ага. Я сломала мамины очки. Теперь нужно найти какое-то применение этой линзе. Так, мы получили линзу. Очки нам как растения. Я совсем не дружу с цветами, но только немного. Вчера вечером зеленым мелком рисовала. Мой листикус жухликус. Когда же я его в последний раз поливала? А, да, вообще никогда. Учитывая это, он неплохо держится. Листочки все опали вообще. Ох, точно. Так, кровать. Это моя кровать. Таких кроватей много, но это моя. Подушка. Так мягко и уютно. Ящик. Если бы у меня была машинка для изготовления этикеток, я бы сделала для этого ящик и этикетку с надписью «Вещи Эмбер» и хранила бы в нем свою машинку для изготовления этикеток. А, давайте, можно открыть, посмотреть, что там. Батарейка. Полезная штука, как и все батарейки. А это говорит о многом. Давайте берем. Пожалуй, я ее подберу. Она может пригодиться в любой момент. Так, что у нас? Батарейка, линза. Вряд ли что-то получится. Ладно. А, книги, картины, часы, окна. Раз уж я плачу за вид из окна, почему бы им не насладиться? Сломанные часы. От них никакого толку без маленькой стрелки. Моя коллекция картин. Мама сказала, что я могу повесить в своей комнате любую картину в доме. Так что отбор был очень строгим. Так, ящик. Да-да, выдвижные ящики. По-моему, гениальное изобретение. Цветные карандаши. Подожди, а все... Ну ладно, цвета нет вообще. Обширная коллекция цветных карандашей, которую я собирал несколько лет. Радио. О, можно включить. Иногда оттуда слышу голоса. Очень познавательные вещи говорят. Будет работать. Нет, ничего здесь нет. Учебник по биологии. Там про птичек и пчелок. И про то, как птички любят кушать пчелок и других насекомых. Лампа. Чудо современной физики. О, вчерашний ужин. Кукурузные хлопья. Они остыли, размокли и размякли. Я их все прочитала. Мои любимые «Бумеранг» или «Все возвращается на круги своя», «Остров обезьян» и «На дне. История одного пьяницы». Сундук. Мой сундук. Он у меня лучший. Так, ну... Как бы мы все... Ящик? В шкаф, точнее. Подождите-ка, еще подушки. Обычные подушки. Хотя одна из них — кандидат медицинских наук в области клинической дерматологии. Так что, наверное, не совсем обычные. Эмбер Эшвард, если бы каждый раз, когда эта девчонка втягивала меня в неприятности, мне бы давали пятачок, я бы сейчас жил в пятачках по самые уши. Но на этот раз что-то было иначе. Это чувствовалось в воздухе. Кто-то напугал ее по-настоящему. Несмотря на хрупкий вид, Эмбер храбрая малая. Видеть ее в таком состоянии было необычно. Она начинает говорить, а я делаю вид, что меня это не волнует. Я говорю, отошел от дел, и на этот раз навсегда. Она пропускает это мимо ушей. Ну, в общем, она выкладывает мне про Милли, бумажный город, своего брата и все такое прочее. Сколько раз мы это уже все проходили?
Понимаете, у нас так принято. Она, как всегда, просит меня помочь, а я, как всегда, разыгрываю неприступность. В итоге я все равно сдаюсь. Сколько раз такое уже было, я и счет потерял. Она знает, что нужно делать, и я знаю. Мне ничего не остается, кроме как ее выслушать. Ее слова разносятся по моему офису, вязнут в тумане, окутавшем мою голову. А потом... Они растворяются в холодном осеннем дожде, что гипнотически стучит в мое окно. Это некоторым образом успокаивает, хотя, может, все дело в выпивке. Ну а чем еще заняться, когда уходишь в отставку? Других хобби я себе так и не нашел. Я знаю, когда она вот так вот стоит в дверях и разыгрывает свой любимый номер «Дева в беде». Ничего хорошего это не предвещает, но так или иначе, в конце концов, я сдамся. Солнце медленно садится за горизонт, а дождь усиливается. В новостях говорили, ночью будет гроза. Привет, Тед. Я слышала, ты отошел от дел, но... Можешь не стараться, куколка. Я не согласен. Не согласен с чем? С тем, что ты там напридумывала, чтобы снова разрушить мою жизнь. Ты приносишь плохие новости, куколка, каждый раз. Сделай мне одолжение. Не втягивай меня. Я занят. Я знала, что ты откажешься мне помогать. Я пришла лишь потому, что на этом настаивала Милли. Милли, мы что, расследуем бабкины сказки? Уже поздно, куколка. Тебе не пора ли в кроватку? Это тебя не касается, я уже был... Ну да, давайте. Ты слишком шумишь. Давай вот так вот. Я была в постели, Милли меня разбудила. Ну тогда у нее и попроси тебя помочь. То есть, ты хочешь сказать, я должна попросить о помощи старую слепую женщину? Эта старуха крепче, чем кажется. А теперь, если ты не против, я займусь настоящей работой. О боже, ты все еще на меня злишься. Хотя прошло столько времени. На самом деле нужна твоя помощь. И я вроде как пообещала Милли, что попрошу тебя пойти со мной. Злюсь? С чего бы мне злиться? Благодаря тебе я чуть не попал в дробилку для древесных отходов. Мне еще повезло, что один из тех ребят, за которыми следили, оказался в моей группе любителей орнитологии. То есть в клубе любителей покера и сигар. А где была ты? Ты сбежала. Я прорабатывала версию, ну, где-то в другом месте. Вот как? И что же ты узнала? Немного. Вообще ни черта. Послушай, куколка, у меня тут прекрасная маленькая дельце. Я в последнее время беру заказы от ревнивых мужей в городе. Нервотрепка та еще, но деньги хорошие. Я устал вытаскивать раздутые игрушечные тела из реки. Наши времена борьбы с преступностью прошли, и все это позади. Это все в прошлом. Ферштейн? Ты что, репетировал эту речь? Немного. Хорошо получилось? Неплохо. Только вот с телами небольшой перебор. Я добавил это для драматизма. Изначально этого не было. Да нет, нет, получилось хорошо. Отлично передает смысл. В самом деле? Ты все еще здесь, а у меня все еще куча дел. Нам в самом деле нужно проделывать все это снова. Хорошо. Это все слишком затягивается, а у меня конец рабочего дня. Так что за вздор ты хочешь мне поведать? Итак, Милли говорит, что в последнее время в бумажном городе много всего случилось. Что конкретно? Всякие плохие вещи, и виноват во всем тот парень. Милли, значит, говорит. Мэр объявил об изоляции города. Никому нельзя входить в город и выходить из него, пока все не утрясется. Им удалось сбежать через ремонтный проход в восточном тоннеле. Но сейчас его наверняка тоже перекрыли. Им? Да, ага, Милли, любитель. Да. Ассоциация любителей бумажного города. Оркестр Милли и клуб. Канталуп. Ну да, Милли и любители канталупа бумажного города. Им нужно было найти место, чтобы съесть все эти канталупы, а они... Да, они очень вкусные и богатые витаминами С и А. Ты не знала? Но чтобы ради них целый клуб организовать? Погоди, ты что, сочиняешь? Ну да, извини. Ей помогли выбраться братцы-кралики. Я знаю, как ты их не любишь. А за что мне их любить-то? За то, что они воры-головорезы? Однажды они в буквальном смысле отняли у ребенка конфетку.
А разве тот ребенок не был внедренным к ним в банду полицейским? Ну да, был. Но они же этого не знали. Не знали же, верно? Как бы там ни было, они помогли ей выйти из города через восточный туннель. Тот самый, который ведет в комнату Флина. И она сказала, что его там не было. Она думает, что он пропал. Я должна найти его. Может быть, он все еще в доме, но Милли не хочет, чтобы я шла одна. Она говорит, что красный человек мог найти выход к дому. Она очень напугана. Погоди, что еще за красный человек? Она рассказывала мне про какого-то человека, одетого в красное. Он недавно пришел в бумажный город и начал расспрашивать про меня. Расспрашивать про тебя? А что в тебе такого интересного? Эй, да будет тебе известно, что на свете есть множество людей, которые считают меня интересной. Милли очень боится этого человека. Нужно все предусмотреть. Ты мне поможешь? Воу, не спеши-ка, милочка. Даже если я пойду, я все равно еще не согласился. Боюсь, для нашего будущего расследования нам не хватает одного важнейшего компонента. Моего брата? Нет, брата нет. Давайте шляпу. Хотя он без шляпы. Левого ботинка давайте тронем. Твоего левого ботинка? Нет, подожди. Нет, оба на мне. Твои лупы? Верно, куколка. Теперь побудь хорошей помощницей и найди ее. Как ты сказал, помощницей? Ты же понимаешь, о чем я. А теперь давай-ка за дело. Итак, найти лупу. Карта преступлений. Вышивка особенно симпатичная. На ней написано «Муру». Полагаю, это означает «Медвежий угловой розыск». Бык, все, отрубилось. Так. Здесь мы можем наблюдать лампу в естественной среде обитания. Она наклонилась вперед, готовая к прыжку поразительной точности. Поистине удивительный хищник дикого офиса. Дикого офиса? Так, вентилятор. А, можно включить и выключить. Не, давайте музыку включим. Так. Бутылка. О, стол Теда. Оставлено здесь для изучения. Служит опорой для головы, когда он отключается. Какой же рабочий кабинет без этой штуковины? Свет выключен. Видать, кто-то не оплачивал счета за электричество. Это моя одежда. Цвета яркие, ничего не скажешь. Ничего не могу с собой поделать. Люблю все красочное. Это моя хоккейная маска. Мой друг Джейсон хочет ее одолжить. Что для меня, то пусть берет. Ничего же дурного не случится, верно? Джейсон? Джейсон? Что ж, поскольку офис располагается в моем шкафу, это окно служит исключительно в декоративных целях. Но откуда тогда свет? Мой бывший напарник, Тед и Медведь. Пуанты. Что? Это, наверное, Теда. Пуант. Кидосы. У меня такое чувство, будто у меня недостаточно обуви. Да, я знаю, как говорят женщины, но в моем случае все так и есть. Коробка. Я купил ее Флинту за собственные деньги. Это какой-то там супергерой-страж. Очень блеклая и унылая сюжетная линия. Так, здесь нифига. А, подождите-ка. Или... А, подожди, клей. Клей в бутылке. Кстати, можно что-то поюзать ее. А, можно забрать. Он мне наверняка пригодится. Лучше прихвачу его с собой. А что мы можем сделать? Липкий клей, швейцарский армейский нож. Ну, давайте выйдем. Посмотрим, что еще можно взять, забрать. Ящик. О! Да-да-да-да-да, мы это знаем. Мы еще в ящике не копошились? Странно. А, припоминаю. Я играл с ней пару дней назад. Она упала на пол, и линза разбилась. Я возьму лупу с собой, но надо починить ее, прежде чем отдавать Теду. А мы знаем, что сделать. У нас есть клей.
Держаться не будет, нужен какой-то клей. Отлично, теперь нужен только линза. Хорошо. Вуаля, идеальное преступление. Тед никогда не узнает. Ну, пойдемте отдадим. Уже нашла мою лупу? Нет, пока нет. Она тебе в самом деле нужна? А тебе моя помощь в самом деле нужна? Ладно, понятно. Это не моя лупа. Ты о чем? Это лупа. Она увеличивает и вообще... Нет, это моя лупа без линзы от моей лупы, которую, полагаю, разбита. Ты заменила мою линзу линзой из маминых очков и приклеила ее детским клеем. Это просто нелепо. Да я бы никогда... Ладно, расслабься. Полагаю, так сойдет. Пойдем.